Всем привет! В эфире Music Box News и с вами Роман Миров. К онлайн-концертам за последний год все привыкли, а вот по живым выступлениям очень соскучились. Полина Гагарина решила объединить эти два формата и сделала уникальное гибридное шоу. Как это было, смотрите в нашем сюжете. Дождь на сцене, световая проекция и живой огонь. Полина Гагарина в один день дала два сольных концерта в Москве. Зрители были со всего мира. Певица объединила две реальности – онлайн и офлайн пространство. Очень много здесь всего технического именно для них, для того, чтобы это смотрелось так, как будто бы они непосредственно участники действия. Ну а те, кто офлайн, собственно, напитывались мной, я отдавала все им, у нас происходил этот обмен, мы страшно соскучились, думаю, друг по другу. Подготовка шоу велась на протяжении месяца. Именно за этот срок Полине и ее команде удалось подготовить сценические костюмы, поставить хореографию и решить сложные технические вопросы с трансляцией по всему миру. Гагарина смогла увидеть не только лица тех, кто находится в концертном зале, но и онлайн-зрителей, а некоторым из них даже удалось пообщаться с артисткой лично. Концепция шоу – это гибридный концерт. К нам подключались люди из разных уголков мира. Сейчас у меня только что с ними была конференция, да, потому что были билеты и еще и сообщения онлайн. Кажется, что вот она, новая реальность. Иметь возможность прийти на концерт к любимому артисту и петь вместе с залом его треки, или же остаться дома и также быть участником концертного шоу. Что выберете вы? Да, Полина уникальная и очень талантливая артистка. А с вами был Роман Миров и программа Music Box News. До встречи в следующий раз!